Salona. I don't know if this is interesting for here, but we can say this is our, not most promising, but already confirmed variety from Croatia to Romania area, in that type. Is it interesting for you? Ну, спрашивают, интересно ли нам плоды какого размера, но это многообещающий гибрид. In Russia is number one also. И уже как бы подтвержденный во многих странах, от, от Хорватии до Румынии, также в России это номер один гибрид. Till Uzbekistan and Russia. Узбекистан, Россия, это как бы лидирующий гибрид. Excellent results for open field and protected crop. Они получили отличные результаты как в закрытом грунте, так и для открытого грунта. Excellent fruit setting, even on cold condition, also in very hot condition. So they grow, I will say, from March to the first frost. Ну и в принципе для этого гибрида характерна очень хорошая дружная созревание. Ну, очень много плодов на растение, и в принципе, если начинать говорить о теплицах и до открытого грунта, то есть сбор урожая возможен от начала марта и до первых морозов. When the plant is too high, they cut the plant on some level, it make a side shoots, and they continue with harvesting. They cut the plant, it make a new side shoot, like a second cultivation, and it continue. Если растение слишком длинное, вы даже можете как бы срезать это растение, оно выпускает новые побеги, и также можно дождаться следующего урожая. That's not good for us because we sell less seed. Понятное дело, что это не сильно хорошо для сакаты, потому что меньше. But performance of the variety are excellent. Excellent fruit shape, color, taste, thick wall. Для этого гибрида также характерно, что большой набор, ну то есть урожайность, хорошая форма, толстая стенка, хорошая транспортабельность. And when you harvest, we have some harvesting, let's say, the top harvest, 90% of first class. Да, вы собираете плоды из этого растения, практически 90% это плоды первого класса. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.